Брюссель ждет объяснения от Баку. Азербайджан отказался от обязательств, взятых перед Венгрией в связи с экстрадицией Рамиля Сафарова. Об этом заявила пресс-секретарь Верховного представителя Евросоюза по внешней политике. По словам Майи Коцьянич, действия Баку угрожают хрупкой стабильности в регионе. Она сообщила, что Евросоюз требует от азербайджанских властей объяснений в связи с освобождением военного, который был приговорен в Будапеште к пожизненному заключению за убийство армянского офицера Гургена Маргаряна в 2004 году. Оба они были участниками организованных в Венгрии курсов в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». На минувшей неделе осужденного экстрадировали в Баку, а президент Азербайджана помиловал Сафарова. Это вызвало гневную реакцию Еревана. Армения, в частности, заморозила дипломатические отношения с Венгрией.